Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак. Вы смотрите прохождение игры God of War 2 в его HD-переиздании для PlayStation 3. Я прохожу всю серию God of War для своей рубрики «Путешествие во времени». Вот такая вот загогулина. В предыдущей серии мы попали снова куда-то в междумирье между... прикольно. Короче, куда-то между царством Аида и, собственно, миром людей, провалившись сквозь дырку в земле, прям как Клейман в игре Neverhood. Если прыгнуть там в сливное отверстие, то выпадаешь из мира, и игра заканчивается. Вот, здесь у нас стоит Атлант, точнее Атлас, по идее, а не Атлант он. Вот, держит на своих плечах он почему-то земную твердь, а не небосклон, как опять же должно бы было быть по мифам и легендам Древней Греции. Но неважно. Мы уже побывали в чреве Титана, видимо в его чреве. Мне там не понравилось. Да кому может понравиться обретаться в такой хрени. Вот. Но тем не менее. Тем не менее, что там за хрень летит сверху? Так, что мне сделать? Я понимаю, что камни, но что это дает? О, да, далеко. Хорошо. Если я запрыгну на камень, мне это ни хрена не даст. Отлично. Отлично. Я правда могу сделать вот так вот. Уп! Но он почему-то при этом не хватается за край. Вот такая вот печалька. Что? Грустно тебе? Ну, я понимаю, что грустно. Так, какие еще идеи? Какие еще идеи? Местечко, конечно, кошмарненькое. Ничего не скажешь. Мне и в первой части здесь не понравилось. Так, теперь у нас есть двойная хрень. И повторяю вопрос, а что нам это дает? По идее... Можно на всем этом залезть куда-то наверх. Ну, сейчас и проверим. Так. Залазь. Окей. Ни хера мне это не дало. По идее, мне эти камни нужно сюда затащить как-то. А, понял. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Так, если мы спинка зарядим. Смотри-ка, камни хорошо друг к другу приклеились, окей. Физика not detected. Теперь мы сделаем финт ушами. И немножко прилетим вот сюда. Потому что здесь сундук, который нужно обязательно взять. Глазик. Давно я глазиков не находил. Блин, с этих крыльев так перья сыпятся. Я даже не знаю, как они еще до сих пор не взорвались в клочья. Так, сверху. Я знаю, я же здесь поднимался. В предыдущей... Не, погоди, не в предыдущей части. В... Ghost of Sparta. Куда ты? Кто тебя просил это делать, Кратос? Шалил, что ли, немножко? Ни хрена себе загоны. Так, давайте посмотрим. Что у нас здесь? Так, а здесь, что ли, камень не падает? Окей.
Окей. Это радует. Но только нам, я чувствую, подниматься и подниматься. Ух ты, ёптать, нихера себе. Засада. Хорошо, что я быстро спустился. Прыгай, осёл. Так, это у нас дырка, которая ведет наверх, в реальный мир, так сказать. Wake up, Neo. Сломались. О, мы опять цепи. Кто избавил меня от мучений? Тот же, кто тебя приковал. Размер не имеет значения. Кратос. Кратос. С тобой мы уже... Смеешь показаться мне на глаза после того, что сделал? Да. Было дело... Ты будешь страдать. Нет. Это ты будешь страдать. Ну что, поверишь? Кратос, все тот же глупый, заносчивый смертный, ты не изменился. Какой есть? Как же ты хочешь победить громовержца? Вонзив меч Олимпа в сердце Зевса, в этом клинке сила, которой я обладал, когда был богом войны. Меч Олимпа. Я давно не слышал этих слов со времен Великой войны. The Great War. Зевс обживал ярость, жажда крови. Молодой еще Зевс. Он хотел править миром смертных. Это казалось нам чудовищным. Почему? Война между титанами и богами. Волосатый гигант. Облик мира. Аид такой. Страшный. Мы знали, что должны победить. Ой, четырехруки. Что за обезьяна? Фига себе, Аид отжигает. Что он делает? Душу из него вырывает. Титанов, а люди утратили бы мира благополучия. Ха-ха. Задницу пропекло. Окей. Аид, я смотрю, страшен. А это кто? Посейдон? Все, отделил душу и украл ее. Страшный тип. Жуть какая. Еще и шипастый весь такой. БДСМ прямо. Вот эта туша сейчас как ахнется. Но он живой еще. Ну как не живой? Нежить. Несмотря на то, что я был заточен в Аиде, война продолжалась, пока Зевс не создал величайшее оружие, способное кончить ее. Оружие, в котором была заключена сила неба и земли. Меч Олимпа. Я низвергаю вас в мрачнейшую из бездн Тартара. Понятно. Я смотрю, титаны тут разошлись, но похоже, им досталось от Зевса неплохо так.
Фух. Я очнулся уже в подземном мире, во мраке царства Аида. Аид и Тартар — это не одно и то же. Уничтожил бы Зевса, если бы ты, раб богов, не заточил меня здесь. Я больше не служу богам, Атлант! Они предали меня, но я не смирюсь с этим! Укажи мне путь к вещим сестрам, и я сокрушу Зевса! Вы получили силу Атланта. Почему-то выглядит она как кардиограмма, окей. Дрожь земли! Ны-ны! Нихера себе! Мне нравится. Вот это крутая способность. Единственное, что она, наверное, не против всех врагов будет действовать. Блин, крутая штука. Надо ее будет прокачать потом. Она, скорее всего, ману жрет. Как нефиг делать просто. Да вы сдохнете уже, ну. Хотя ладно, почему бы и нет. Сферы идут, и ладно. Крутотенечка. Сказала правду, призрак Спарты. Ты могучий воин и достойный союзник титанам. Тогда ответь, как отыскать храм вещих сестер? Увы. Даже титанам неведомо, как добраться до храма сестер. Говорят, тот, кто отыщет его, обретет великую силу. Я отдал тебе всю свою мощь, спартанец. Я помогу тебе перебраться через пропасть, но большего дать не сумею. Окей, и на том спасибо. Кулаком пробил. Неплохо. У него рука бесконечная, что ли? Да хранит тебя судьба, Кратос. Слишком многое от тебя зависит. Так, хорошо. Мы выбрались из царства Уида. И еще ближе подобрались к Мойрам. Я так полагаю, они обитают как раз вот в этом дворце, который стоит перед нами. Ну, раз у нас теперь есть крылья, это нам несколько упростит задачу. Так. Ну что такое? Почему ты не забираешься? Ладно. Довольно странно, но хрен бы с ним, как говорится. А вот как оно, да? Ну ладно. Великая бездна. Опять мы сюда попали, совершив непростое, надо сказать, путешествие по подземному царству. Дворец Мойр. Кто бы мог подумать? Что это? Я могу вращать дворец Мойр. Замечательно. Идея хорошая. Блин, мне нравится иконка Дрожи Земли. Кстати, помню, такой фильм был. Прикольный. Про подземных тварей. Тоже назывался Дрожь Земли. Так, она сразу... Заткни хлебальник. Никаких тебе циклопов, скотина. Ага, одного все-таки успели взять, да? Так, уродец готов. А теперь я ушатаю тебя, тварь. Так, циклопы, похоже, вообще Блин, на него забрались, да? Замечательно. Ой, отвали ты от меня. Собачина, умирай! Умирай, скотина! Блин, циклоп сдох. Обидно. Я хотел у него глаз вырвать.
Надо не дать им забраться на циклопа. Это будет плохо. Нет! Сволота такая, а. Да ты посмотри, что творишь-то. Да ты... Когда я успел переключиться-то на это оружие? О, отлично, скопытился. Да блин. И что ж ты будешь делать с ним, а? Да, вот это такая засада какая-то. Смотрите, просто со всех сторон начинается. Уйди ты от меня, ну. Капец, все, убью сейчас к херам. Ага, второго мне циклопа только не хватало. Для полного счастья, так сказать. Ну все, я труп. Неудачно, скажем так. Заявила себе. Да вы хватит вылазить, бабы тупые. Все, хана. Теперь у меня два циклопа. И оба управляемые. Великолепно. Так, что я могу сделать с ними? В общем-то, ничего. Слышь, иди нахер, тупая шваль. Бесите вы меня. К сожалению, я не могу стрелять в наездников. Зато я могу их убивать, по идее. Да что ты... Мне ничего сделать-то не даешь. Ну это бред, короче. Опять эти вылезли. Да что ж ты будешь делать с ним? Понты. Все понты. Так. А так? Блин, этим наездникам вообще, смотри, вообще все пофигу. Что ж мне с вами сделать-то, блин? Ну, циклопам пофигу, моя дрожь земли. Зато они меня в этот... О, смотри, убил одного. Это радует. Опять вылезла шваль. Ты что творишь, маньяк? Блин, засада какая-то, просто засада. Ха, правильно, бей его. Давай, давай, сделай что-нибудь. Сделал, собака. Зажали. Ну все, это капут, похоже. Так. Стерва. Надоело. Блин, не удается мне убить этого засранца. Да блин! Сука ты мерзкая. Ну отлично, блин. Вообще без здоровья оставили. Так, не подходи ко мне. Я обиделся. Капец. О, сдох. Великолепно. Да опять это народилось. Ну, ну сколько можно-то, елы-палы. Ну это ж не смешно. Ой. Охереть, всекло мне. Так, теперь надо убить циклопа, не прокосячив кутаешечку. Заодно и глаз выдернуть. Глазик, это хорошо. Коллекция будет. Интересно, получится у меня до конца игры собрать 20 глаз или нет. Сучка. Да, это было тупо, согласен. Ну и засада, честное слово, блин. Практически меня здесь ушатали. Мальчик для битья, да реально, блин. Задолбали до смерти. Куда? Так. Стоять боятся. Да интересно, до каких пор я должен буду ее крутить? Есть там вход открытый? Чё-то не видать. Сплошные решетки.
Ага, вот это ты. Отлично. Система автоматически сработала. Хорошо. Нам же проще. Блин, ну это был тяжелый бой. По крайней мере, для меня. Я даже не ожидал, что так припечет. Окей. Мне этот пол не нравится. Совершенно точно. Здесь будут шипы. Так. Ёпарасоте. Вот это засада. Так, погодите. Без вас тошно, мелкие уроды. Да что ж ты... Нифига себе загоны. Капец, вот я лох. Я не вижу, где открывается. Вот в чем проблема. Из-за ракурса камеры. О-о-о, стой. Отлично. Еще. А, рукоятка для ворота. Такого ворота. Кто бы не объяснил. Что за рукоятка и что за ворот. Да, опять ты меня подловил. Ну что такое-то? Еп. О, ну все, оно. Ой, туповатое место. Бери. Да-да. Выпрыгивай нахер отсюда. Да что ты будешь делать-то? Я не знаю, с них бы хоть бы здоровье давали, я не знаю. Толку во всем этом тогда. Но опять я сдох. Тупость. Просто тупость. Идем дальше. Но на самом деле тут надо... Так или иначе уловить ритмику всех этих движений, чтобы не попадаться на засаду. Вот. Ну и мыши, конечно, задолбывают. Тут ничего не сделаешь. Ай, погоди. Это надо вытащить. Так, чё это дало? Окей. Но этого, видимо, можно было не делать. Или нельзя было. А, так ящики можно было потом взять, что ли, получается. Ой, да иди ты сюда, ну! Гребаные мухи, блин. Как реально, как комары. Летают вокруг, блин. Толком ничего сделать не могут, но назойливые до смерти просто. Так, что у нас в прокачке? Не хватает. Окей, будем копить. Так, все ящики открылись. Ну, понятно, можно было не дергаться и ждать просто-напросто удачного момента, но кто же знал. Как раз хватит. Пламя Прометея. Увеличение урона, буйство Тартара в воздухе, пламя Прометея, удерживайте L1. Удерживаю L1. Ничего не происходит. Зато я вот так могу делать. Ну, это, кстати, беспонтовый прием, если честно. Вот этот покруче будет, хотя и он странный. Есть вот это, есть вот это. А в воздухе... Ну, нормально. Так. Это все, конечно, замечательно. Вопрос в том, что мне прокачивать дальше. Мне понравилась дрожь земли. О, уборщ там. Кто-то с кем-то дерется опять. Все как обычно. Все нормально. Нормальненько.
Я нормальный! Я нормальный! Чё это я? Джигурды из меня вряд ли получится. Окей. Мы приперлись к какой-то страшной хреновине. Все ближе и ближе мы к логову Мойр. Это, видимо, вот это вот место, откуда дымится страшная черная херня. Ладно. Рок. Так, давайте не бы... Знакомый Рок. Мы, помнится, с помощью его вызывали Титана, который носил на себе храм Пандоры. Он выглядел именно так. Поэтому что? Чтобы открыть эту дверь, нужен череп воина. У меня есть череп в моей голове. Недостаточно, что ли? Недостаточно воин? Так. Хорошо, механизм не очень работает. Ну, как всегда, как только приходишь в новую локацию, нужен что? Нужен ключ Оуна. Хорошо. Как всегда, приходишь на новую локацию, куча всяких интерактивных элементов, и изначально ни хрена не понятно, зачем все это. Изображение Бария, богу северного ветра. Так, давайте вернемся чуть-чуть назад. Посмотрим, нельзя ли как-нибудь пройти все-таки там. Ага, сейчас. Мне напоминает Разиэля из серии игр Legacy of Kain, Soul River 2 и Defiance. Вы прикрепили рукоятку к вороту. Отлично! Именно этого мне не хватало для полного счастья. Ну и какого хрена? Так, я что-то сделал, но что даже сам не пойму. Ага, ясно. Ясненько, ясненько. Так, это здесь кто-то с кем-то дрался или нет? Не пойму. Ладно. Дальше мы уже будем исследовать это местечко в следующей серии. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите еще. Всем пока.